Тверское отделение Центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» совместно с инновационным центром «Сколково» готово рассказать и показать технологичным предпринимателям, как нужно действовать, чтобы сделать свой бизнес эффективным, прибыльным, популярным на рынке, а главное – интересным для инвесторов. Именно для этого дан старт по сбору заявок на участие во всероссийском стартапе под патронажем опытных менторов и экспертов, который стартует в марте. Генеральный центр «Сколково форум» в интервью телеканалу рассказала, как будет проходить мероприятие и какие проекты имеют шанс на успех. Едва только «Мой бизнес» сообщил о том, что начался прием заявок на участие в стартап-туре для технологичных предпринимателей под патронажем центра «Сколково», как появились первые анкеты от потенциальных участников. Заинтересовался мероприятием предприниматель Юрий Венчаков. Его организация работает в сфере маркетинга, но коммерсант живет идеей воплотить другую бизнес-идею, которая, по его мнению, перевернет представление людей о фотографии. Направление будет оказывать услуги для школьников. На данном этапе все мы знаем, что есть беда с фотографиями, которые делаются в школах. И мы хотим дать возможность родителям запечатлеть фотографии и возможность оживлять эти фотографии в дополненной реальности. И стартап-тур – это как раз тот самый волшебный пинок, который позволит начать. Эта программа состоит из трех этапов. Первый – образовательный. Там расскажут, с чего начать, как защитить интеллектуальную собственность, выйти на международный рынок. Это важный этап. Генеральный директор АНО «Сколково» форум Екатерина Иноземцева рассказала, что ученые готовы создавать или адаптировать свои проекты под потребителя. Если даже мы возьмем разработки более, скажем, такие легкие с точки зрения научности, да, даже они все равно не так легко продаются. Их в любом случае нужно адаптировать под запросы конкретных клиентов. Именно на это нацелены акселераторы, которые создаются и в Сколково, и в других институтах развития совместно с потенциальными потребителями. Вторая часть мероприятия – это конкурс бизнес-проектов. Проекты, которые прошли отбор, попадают в менторскую программу. Это шанс улучшить свой проект, опираясь на мнение профессионалов. Да, я расскажу о том, как лучше всего выступить перед экспертами Сколково, потому что я уже из 10 стартап-туров, я 9 занимаюсь тем, что предварительно осматриваю проекты, готовлю их к выступлениям. Соответственно, я дам какие-то замечания, рекомендации по тем проектам, которые они представят, они выступят. Мы дадим обратную связь и скажу: друзья, вот тебе надо доработать вот это, тебе вот это, вот это, тебе вот это, вот это. Вот, соответственно, то есть каждый получит тот перечень рекомендаций, которые ему нужно сделать по улучшению презентации своего проекта, своего выступления, и с этим и идет. Оценивать будут эксперты Сколково. Этот инновационный центр существует при финансовой поддержке государства. Наиболее удачный проект получит приз в 300 тысяч рублей. Третья часть – деловая программа, где главным вопросом для обсуждения станет цифровое развитие региона. Старт мероприятия в марте. Сейчас идет сбор заявок. Провести домашний этап Сколково стартап-тур – это великолепная возможность начать свой бизнес в высокотехнологичной сфере. Результаты первых нескольких дней информационной кампании, которую мы запустили с приглашением принять участие, уже есть. У нас общее количество заявок порядка 100. Конференция состоится 17 марта. Вся подробная информация на сайте регионального центра «Мой бизнес». Принять участие могут как те предприниматели, которые уже начали воплощать свои бизнес-идеи в жизнь, так и те, у кого они только на стадии мечты. Опытные менторы помогут их грамотно разработать. Напомним, что проект работает с 2011 года. Тверские предприниматели участвуют впервые.